Всем доброе утро. Мы идем в садик. У меня уже ушли ученики на школьный автобус. Это Катя, Оксана и Егорушка. Убежали на автобус, а мы вот с Ванюшей и с Мариночкой. Да, Мариночка? Идем в садик. Тайсон, привет! И Тайсон тут вас встречает. Всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошего настроения. Ну, а мы пойдем в садик. У нас время уже 10:30, и я иду на автобус. Я сходила уже на 10 часов, автобуса не было, пришлось вернуться домой. Сейчас иду повторно на автобус. У нас сегодня один автобус ходит. И вот как ребенку, да, добираться первоклассника? Вот это вот вопрос. Многие потому что интересуются. Ну, вот так вот у нас. Ладно, идем. Вот так вот у нас как хочешь, так и добирайся до школы. Некоторые на такси уезжают, но я на такси не поехала. Поэтому иду на автобус опять повторно. Надеюсь, что сейчас будет. Ну, звонила, по идее, сказали, будет два автобуса. Ходить после часу. Там вторая смена. Ну, первая смена предупредила девочек, что я не успею подъехать. И чтобы они сами в свое время шли на автобус. Ладно, идем. Забрала я уже Уксю. Нам полчаса автобус ждать, поэтому она захотела на качельке покачаться. Да, сам? На детскую площадку. И она качается. А. Ну ладно, ждем автобус. Оксана, конечно, штаны не одела, в колготках поехала. И на коленках, смотрю, уже дырочку, да, сделала? Небольшая дырочка там есть на коленках. Дело в колготках. Сарафан надела. Платье сегодня, да, девушку? Да. Да. Качается. Сейчас покачается, через полчаса автобус будет. Да? И домой поедем. Дома будем кушать, варить, прибираться, уроки будет Оксана делать, да? Чтобы выходные потом не делать, а отдыхать. Ну, обязательно надо немножко сделать уроков. Уроки обязательно делать нам. Тут у нас детская площадка, вот там памятник Ленина. Там раньше был ДК, который сгорел. Да? Ты еще не устала? Качаться. Нравится качаться? Ну, а папа, чтобы такую нам с сидушкой тоже, да, сделал качелю? Ну, у вас, по идее, и так три качели. Две. Да, третью плюс надо гамак сделать, да? Плюс гамак, да, правильно. Ну, надо, ну, еще сделать для маленьких. Вот такую с сидушкой, да? Удобную со спинкой, с сидушкой. Сама решила на этой карусели покачаться, да? Покрутиться. Нравится? Да, попробуй посильнее растолкать. Так вот во время коротает. Да, Окси? Ладно, катаемся дальше. Следующее юное препятствие, куда она пошла, это горка. Ты же высоты боишься? Но она, знаете, что боится? Высоты. Причем не так вот на горках везде лазить может. А вот когда в многоэтажном доме поднимаешься на этажи, она боится. Почему, не знаю. Вот в школе даже на второй этаж она не смогла подняться, она плакала. Вот такая вот у нее фобия. А так вот она везде может лазить. А именно вот в многоэтажных домах она по лестнице боится подниматься. Я когда мы с ней в поликлинику ходим, всегда ее держу на это, за руку и поднимаемся. Она прям так крепко цепляется за руку. Ладно, ждем дальше. Всем добрый вечер. У нас уже вечер. И я иду в садик. Иду на полчаса раньше, потому что попросили сегодня Ванечку пораньше забрать. Придется там в садике с ним погулять. Ну, там ремонт будут в вонной группе делать. И чтобы Марину забрать, придется по садику погулять, с Ваней придет. Поэтому
Оставайтесь. Или пойдемте со мной на прогулку. Все, забрала я Ванюшу. Скажи, Ванюш, всем привет. Привет. Привет, да? Что, пойдем все за Мариной, да? И идем за Маришкой. Все, ребят, забрала я Ванюшу, забрала я Марину. Марина, скажи всем привет. Привет. Да, и мы идем домой. Домой приду и хочу, знаете, что сделать? Попробовать скопать пару лунок с картошкой, посмотреть, крупные или нет. Ну и как раз супик, для супика картошку надо. Купать что-то неохота уже идти в магазин. Хочу попробовать подкопать прямо возле дома. Так что пойдем сейчас, придем домой и будем вместе с вами подкапывать картошку. Так, мы пришли на огород. Сейчас я пойду найду лопатку и будем с Ваней копать картошку. Да, Ваня? Покажи, какое ты ведерко взял для картошки. Вот такое. Ваня, будет копать? Да, прозрачное, белое. Так, ладно, сейчас пойду найду лопату и будем копать. Так, Маришенька, отходи. Мама будет подкапывать сейчас где-нибудь. Так, здесь же подкопаем. Давай вот здесь. Подожди, стой там, а стой там. Сейчас... Да. Ну, сейчас, мама, доставим. Вон иди картошеньки собирай. Вот картошки, Ваня, иди собирай, вон. Ой, укатилась вон туда картошка, Марина, вон. Ай, Ваня, сейчас найдем. Вот еще картошка. Да. Сейчас, Ваня, найдем еще. Так, отойди, мама, дальше будет. Собрали немножко, да, картошеньки? Да, Ваня? Вот так. Картошечка, Майка. Вот, ищите картошку. Там картошечка, Майка, была. Вот и шо. Вот она, Ванечка, на. Собирайте. Ой, молодцы. Сейчас еще. Мяу. Он бежал. Вот. Где? Вот. Да. Маленькая. Да, маленькая. Так, сейчас мама дальше копнет. Еще будем копать? Да. 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 Вау. Да. Сейчас, сейчас. О! Не, не трогай, не трогай. Маленько колбасы. О, картошки. Колбасы вот давай собирать. Ты... Вон еще. Ты колбасы. Ты Ваня тоже иногда давай собирать, а то Ваня плакать будет. Что, нету больше картошки? Да. Накопать. Давай еще копнем, подожди. Давай, Ваня. Мотор ушел. Сейчас, подожди, мама пороет. Отойди. Мама, там картошка. Сейчас, вон, Ванечка, картошку поднимай. Там еще осталось. Вон, Ваня, картошка, Ваня. Вот картошка. И что там? Сейчас, подожди. Копал картошку. Копал тут картошку. Очень хорошо. Вон, Марина, картошка. Гнилую картошку не трогай. Это кака. Это кака картошка. Не, это камешек. Вон, Марин, картошка. Вон картошка. Вон картошку собирай. Да. Картошечки отрывайте. Вот это получилась картошка. Собрали? Да. Молодцы. Да! Уже не хватает. Много, да, собрал? Уже не хватает. Да. Вам бы еще сейчас, там мама. Ой, там цыплятки. Маленькие. Да они уже не маленькие, они уже большие. Маленький цыпленок там выходил.
подожди, говорит. На. Я тихо. Не там. Киту. Киту? Нет. Нету почти. Как не там. Все, хватит, полная ведерко. Все. Нет. Подожди, сейчас пойдем цыпляток покажем. Давай маме ведерко. Тяжело. Ой. Вот, ребята, смотрите, получается, мы выкопали 5 лунок, и мы набрали вот такое вот всего ведерко картошки. Картошка есть как и крупная, также есть и мелкая. Ой, Марина, я ж просила, не наступай. Сейчас пойду покажу вам цыпляток, какие у нас цыплятки. Поставлю пока картошку и пойдем покажем вам цыпляток. Пойдем, Ваня, покажем цыплятки. Где цыплятки? Там. Там, да. Да, сейчас покажем вам цыпляток. Помните наших цыплят? Вот они. Это цыплята. Иди сюда, иди. Да, одна туда залезла, да. Тут у нас окна стоят наши старые. Мы на следующий год из него тепличку сделаем. Ваня, дай, дай маме. Дай, 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 дай. Да, вот такие вот наши цыплятки, ребята. Да, хорошие, да? Разные, красивые, цветные. Ой! Ваня радостный, да, на цыпляток? Любит Ваня цыпок? Да. Да, они смотрят. У них вон комбикорм, целая миска. Они прям по ней ходят, как не знаю что. И все равно пищат, как будто голодные. Смотрите, какие они у меня нынче пестрые все. Разные. Да, это вот от этого дикого петуха нынче они у меня вот такие вот пестрые. Раньше... Марин, помолчи, пожалуйста, будь добра. Он сам спустится. Раньше у нас были черные, белые, цветные, вот такие вот, вот такие вот. Да, а нынче вот такие вот серенькие, интересная расцветка. Таких у меня еще не было. Да, петух спрятан, не бойся, он тебя не тронет. Там он беленький. Ну, нынче у меня расцветка от ФССО, дай бог. Мама, поэтому этого петуха я и не хочу не убирать мама, пока. Да. Вон, видишь, слетел курочка, да. Мама, красивые, да? Ту-ту. Я не считаю тут, сколько ребят цыплят. Мама, мы никогда не считаем. Мама, сколько есть, нет. Значит, Бог... Мама, тихо. Мама, значит, Бог нам столько дал. Мама, они такие свинча. Да. Да, ой, вот такие вот выросли. Дай бог зимой, может быть, и нести яички уже начнут. Вот пока вот так вот. Все. Не, сегодня пока все. Сейчас пойдем кушать, готовить. Да, это как? Ваня, это не картошка. Покажи, что там нашел. Покажи нам. Горошки маленькие. Горошки. Вот это вот горошки, вот эти, их кушать нельзя. Это кака, выкидывай. Они красные, потому что... Да, это кака, сына. Пойдемте дальше туда. Не, сейчас пойду я парничок, еще пару огурчиков сорву. А вы гуляйте.